начальник мой болеет, заведующий отделением. Он думал, я сегодня буду на работу. Я ему вчера написал душераздирающее письмо, все объяснил, и он сказал, не беспокойтесь, Александр Бадреевич, мы справимся. Ты понимаешь, что сейчас все врачи, все хирурги, конечно, собрались вот так вот, взяли мензурки эти разные, и сидят и ждут, ну как там сами, как же, ему нужно попасть в прямой эфир, ему нужно попасть в прямой эфир. Доброе уже утро, я бы сказал, это раннее. Вы поменяли пиджак. С чем я вас...